просто для Саши. Конечно, очень был необычный человек. Потому что такая с виду, ну, вроде, с одной стороны, простая девчонка. И такая без понтов совсем. А с другой страшно видно, что она необычный человек была. И такой непростой, вроде, с другой стороны. Такой глубокий человек со своими какими-то интересными темами, которые вот и не сразу их поймешь. Вот. И, конечно, голос у нее был классный. Вот, что еще сказать? Я лучше сыграю. Меня и Витю, и вот так вот мы расстались.
Спасибо. Ну, сложно что-то сказать, так связано. Мы не ораторы. Но есть что вспомнить, конечно, о Саше. И что тут сказать? В ее песнях мы и будем ее помнить. Много чего осталось и много чего еще будет. Вот, мы сыграем еще одну композицию. Как раз продолжая карельскую тему, это небольшой кусочек из корейского эпоса «Калевала». Уж как старый Данимянин к морю синему подходит, он у моря размышляет, стоя на морском песочке, там шесть зернышек находит, семь семян он подбирает, берега того морского, с мелкого того песочка. Пожалуйста, лук погромче. Сосны он рубить принялся, чтоб себе расчистить.
птицы отдыхали, чтоб кукушка куковала. Спасибо.